Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Holy Play. Первый сервер, мой ник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте делать мои регистрации, и сегодня у нас будет казино. Как вы давно, в принципе, просили, сегодня у нас будет казино. Я сейчас снимаю деньги, это 480 тысяч, сниму, короче. Все, и мы идем в казино. Мы идем в казино, в принципе... Конечно, блин, я не хотел, у меня такая, знаете, цель была не опускаться ниже 10 миллионов. У меня сейчас в банке осталось 9 миллионов 500 тысяч, короче. И, блин, не знаю, затащим или нет, в принципе. Но надеюсь, что затащим. Я не знаю, какой казино, кстати, работает. Сейчас пойдем сначала вот в Арзамас, потому что я возле своего бизнеса был, с подписчиками тусовался, в принципе... Дэн Алексеев, привет тебе, и Михаил Морозов, тебе тоже привет. Судя по всему, это казино открыто, поэтому сейчас мы идем сюда. Заходим в казино. Так, вход 5000 стоит. У меня сколько, 529 тысяч, короче. Поэтому сейчас будем играть. Так, чувака скин как у меня, давайте вот здесь я встану, короче. И будем играть. Так, я уже проиграл 55 тысяч, в принципе, да, плохое такое начало. Ну, не знаю, мне тогда повезло последний раз, но не советую входить в казино, потому что это зло, пацаны. Снимаешь? Согласен, да, снимаю. Снимаю. 400 тысяч? Не, спасибо. Как-то большая ставочка сильно для начала, я думаю. Блин, я обратно проиграл. Конечно, весело, да? Весело. 300 тысяч. Такой просто олух какой-то. Блендер Касперский, при тебе. Касперский, блин. Так, выиграл 50 тысяч, короче. Ну, нормально идем. Нормально так. Можно играть. Ну, подписчики тут собрались, деньги попрошайничают. Ладно, чуть буду давать. Так, ну чё, давайте, кидайте. Сорок тысяч, вон, 271. 40 тысяч, давай, просру. А, не, завинил, нормально. Но мы все равно еще в минусе. Так, еще ему на 40 тысяч, да, сейчас я точно всру. Да. Ну, это было ожидаемо. Пацаны, завинил. Вот это я молодец, 700 тысяч поднял уже. Нормально так. Но нужно вовремя останавливаться, это самое главное. 3000 просрал, ну бывает. 700 тысяч, не, спасибо. Ебать, такой умный пиздец, блять. Крыса просто какая-то. Просто ру. Думает, блять, типа, я не знаю эту тактику, что типа, если выиграл, потом больше кидаешь, еще выиграешь. Не, братан, иди гуляй. На 700 тысяч я не буду играть. Это, блять, пока что все мои бабки. Ну мы подняли где-то 100 с чем-то тысяч. Ничья уже два раза выбилась. Роберт Калинин, привет тебе. Так, ничья обратно, уже третий раз ничья. О, завинил. Ах, блин, проиграли. Роберту Калинину. 600 тысяч. Да не, блин, на 600 тысяч не хочу играть. А, спасибо. Есть, я еще завинил. А, спасибо большое. Данил Скрум, привет тебе большой просто. Давайте мы пожмем руку. Хай 421. Давайте. Так. Да, блядь, иди ты. Чё оно не работает? Передай привет. Давайте напишем передал. Спасибо. Еще раз.
Спасибо еще раз тебе, дружище. Большой просто. Передаю привет Диме Матвейчуку. Вообще у меня тактика простая, просто, ну, соглашаться и все. Как бы, просто интуиция, там, да, не. Если я, ну, вижу, что человек там, блядь, кидает большие ставки, значит, он в надежде того, что он выиграет. И, возможно, это сделает там багом и так далее. Я вообще, ну, без багов, ну, не прыгаю, анимки не юзаю, вообще ничего. Хотя, чуваки, ну, вот этот Данил, долбоёб, там, и так далее, пишут, типа, что я крысю. Хотя, ну, блядь, я вообще даже ничего не шевелюсь. Я просто нажимаю «да» или «нет», и все. Как тут можно крысить, блядь? Блин, проиграл я. Хреново. Ничья. Блин, хотя бы до ляма дойти было бы вообще охрененно. Так, плюс 15 тысяч. Так, 15 тысяч, и я слил. Ну, это нормально. Это норма. Главное не уйти ниже 700 тысяч, и все будет нормально. Все, я полтинник, короче, выиграл. Я думаю, можно как бы уходить. Потому что, ну, блин, я уже здесь торчу 20 минут где-то. Ну и особо, как бы, ничего не клюет. Ну, то есть не фартит. Поэтому я думаю, стоит все-таки уйти просто. И все. И будет все заебись. Поэтому... Я думаю, мы сейчас уезжаем. Ну, реально, потому что, блин, надо вовремя останавливаться, пацаны. Да, казино это круто, можно подняться быстро, но так же само можно быстро все спустить. Поэтому не советую вам вообще ходить в казино, лучше смотрите видос. Конечно, у меня по казино видос редко выходит, потому что я не люблю казино. Я пошел туда из-за того, чтобы... как бы у меня такая есть задача, чтобы я не опускался... ниже 10 миллионов. И я решил вот пойти в казик, подняться. И у меня это получилось. Я в плюсе на 300 тысяч. Даже чуть-чуть больше. На 320 тысяч где-то я в плюсе, короче. Я считаю, это более чем нормально. Поэтому... I